В ефірі програма VA Production Live, а це означає, що саме зараз ви почуєте найцікавішу інформацію про відомих та успішних зірок нашої країни. Наші гості поділяться з вами найцікавішими подробицями їхнього життя. А з вами я, її ведуча Юлія Катенка. Зараз у нашій студії знаходиться маленька красуня, яка вже встигла присвятити себе вокалу, акторської майстерності та роботі ведучої. Зустрічайте, Євгенія Веремійченко. Привіт, Женечка. Привіт. Я дуже рада бачити тебе в нашій студії. Скажи, будь ласка, бо ти танцюєш, співаєш, ти дуже класна ведуча. Що ж тобі найбільше подобається? Я люблю і співати, і танцювати. Я люблю все робити, але саме більше я люблю вести всякі проекти. Женечка, який же саме ти встигла провести проект? Я встигла провести проект New Cover FM. Там було багато дітей. Вони боролися за перше місце. Я за них теж боролася, щоб один із них виграв перше місце. А ти вже вела прямі ефіри на радіостанціях? Так, я була ведучою на радіостанції. Там було багато діток, які приходили на радіостанцію. Я там була ведучою, і мені дуже нравилося, як слухали мене слухачі радіо New Cover FM. Женечка, скажи, будь ласка, коли ти станеш дорослою, хотіла би ти стати телеведучою? Яку програму ти хотіла би вести? Так, я хотіла би стати телеведучою і хотіла б вести програму «Ролі Решка». А що тобі подобається в цій програмі? Як вони там то їздять по всяким різним країнам, привозять сувеніри. Женечка, хотіла би ти стати акторкою. Я бачила, що ти знімалася в кліпі. Розкажи нам про це. Так, я хочу стати акторкою. Я вже знімалася в кліпі гурту «Без обмежень». Мені там дуже сподобалося, як там мене знімали і як там котик маленький, риженький, і я з ним і гралася. А яку ти роль грала в цьому кліпі? Я грала роль дівчини, яка і бігала з котиком, і гралася. А тобі сподобалося зніматися в кліпах? Так, мені дуже сподобалось. Я в майбутньому мрію зняти свої кліпи. Давай же подивимось з телеглядачами кліп гурту «Без обмежень». Давай. Намалювала світ, намалювала все, чого він так чекав, і всім привіт. А завтра той goodbye, побачимось на днях, побачимось в голосі, в її словах, в останній знак. І може так світло і так тонко народиться його серце биття в її долоньках. І може там тонути в кольорі неба. Він може сам, але без неї не треба. Бо без неї тобі не плач, не варто та й не треба. Скажу тобі не плач, повернеться вона до тебе. Скажу тобі don't cry. Повернеться вона, повернеться вона до тебе. І може так тонко
народиться його серце биття в її долонька. І може так тонути в кольорі неба. Він може сам, але без неї не треба. Круто, ти дуже маленька талановита акторка. Скажи, будь ласка, а от в тебе є твоя пісенька? Так, я придумала свою власну пісеньку, яка називається «Котики». А чому саме котики? Ти дуже любиш цих тваринок? Да, вони такі милі, вони такі м'ягенькі, красиві. І ще мені подобається, коли вони нюхають щось і мурчать. А ти вдома маєш власних домашніх тварин? Так, я маю двох котиків, одну собачку і одну рибку. Це вони, мабуть, надихнули тебе на написання цієї пісеньки? Так. Ти дуже творча дитина, як я бачу. Скажи, будь ласка, а ти любиш малювати, ліпити, робити, мабуть, якісь прикраси своїми руками? Так, я люблю, а саме більше я люблю малювати. А ліпити ти любиш? Не сильно. А що саме ти любиш малювати? Ти відвідуєш якусь художню школу? Так, я відвідую майстер-клас. Ти ходиш на майстер-класи, так? Так. А що там вам розповідають цікавого? Я ще там не була, але буду ходити. Це твої перші кроки, так? До цього? Ну, ще я ходила на малювання, але вже не ходжу. А що ти любиш малювати? Мабуть, котиків, так? Так. Котиків, гарно. І собачок. Женечка, скажи, будь ласка, ти приймала участь в кулінарному шоу. Ти полюбляєш готувати? Так, я полюбляю готувати всякі різні блюда. Ну, саме більше я люблю готувати яєчницю, бо в мене саме більше вона вкусніше виходить. А для кого ти готуєш? Для мами, для папи, мабуть? Тільки для себе. Для себе, так? А твої батьки просили щось смачненьке їм приготувати? І ще ні, ну коли я підросту, я їм зроблю сюрприз і підготую їм якусь гарну страву, улюблену твою, так? Так. Женечка, а ким би ти хотіла стати в майбутньому? Я багато ким хотіла стати, але вже вирішила. Я хочу стати актрисою. Актеркою і телеведучою. Телеведучою якоїсь програми цікавої, так? Женечка, ти дуже творча дитина. Скажи, будь ласка, ти вспіваєш от, малювати, танцювати, співати та ще й вчитися гарно у школі? Так, я вспіваю робити домашні завдання у школі. Тобі допомагає хто більше, мама? Вчителька. Вчителька допомагає. А хто тебе найбільш підтримує в твоїх успіхах? Мама і бабушка. У мене бабушка просто вчителька. А як вони тебе хвалять? Вони мене, бабушка мене хвалить, коли я приходжу додому, бабушка, ой, молодчинка, що получила?
Я їй говорю, як вчити оцінку отримала, вона говорить, ой, молодчинка. Тобі дуже приємно слухати, так? Не сильно. Коли бабуся тебе хвалить, так? Не сильно. Не сильно? А чому? Просто вона це якось дразне. Ти дуже сором'язлива дівчинка, чи ти просто не любиш, коли тебе хвалять? Мені не сильно подобається, коли мене хвалять. На кого ти хочеш бути схожою, коли виростеш? Я хочу бути схожою на Надю Дорофєєву. А чому? Що в неї тобі подобається? Мені подобаються її волоси, прическа, одежда. Як вона співає, так? Так. Женечка, я бачила, що ти знімалася в телепроєкті «Кумири та кумирчики». І там з тобою була Ані Лорак. Вона подарувала тобі дуже багато подарунків. Скажи, будь ласка, що ж це було? Там було блокнотом, фотка з мною і з нею, ну і диско. А це твоя улюблена співачка? Так. А яка ще? Хтось є, хто тобі подобається? Так, в мене є ще Потап, він мене теж улюблений. Надя Дорофєєва. Ти з ними ще не зустрічалась? Ні. Ну я бажаю тобі, щоб ти з ними зустрілася. Дякую. Ось в тебе вже є великий досвід в твоїй творчій кар'єрі. В тебе з'явилися вже власні прихильники? І ще ні. Ну, мені багато роблять компліментів. Можливо, ти щось хотіла побажати нашим телеглядачам? Я желаю вам щастя, щоб ви ніколи не боліли і стали дуже відомими. Дякую, Женечка, що ти завітала до нашої студії. Я була дуже рада з тобою поспілкуватися. Ти дуже талановита, творча, красива дівчина. Дякую. Я теж була дуже рада прийти до вас в гості. До нових зустріч. З нами була маленька красуня Євгенія Веремійченко. А вже за декілька хвилин ви побачите неперевершену ведучу, кар'єра якої почалася просто з жартів клубу веселих та кмітливих. Не перемикайте, дочекайтесь. Дякую, що залишаєтесь з нами. Це програма VA Production Life. І зараз ви познайомитесь з людиною, яка постійно живе з гумором. Шоу, в яких вона приймає участь, приречені на успіх, тому що з нею ніколи не буває сумно. Зустрічайте неймовірна, харизматична, чудова Леся Нікітюк. Леся, привіт! Здравствуй! Лісічка, скажи, пожалуйста, вот свои студенческие годы ты принимала участие в «Хмельчонке», да, КВН был? Да, команда КВН «Хмельчонки», «Хмельницкие девчонки», сокращенно «Хмельчонки». Скажи, а потом с подругой вот ты участвовала в проекте «Рассмеши комика». Было. Да, расскажи, вот что же все-таки сподвигло тебя к этому решению? Выйти на сцену? Ну, выступить в этом проекте. Ну, во-первых, все, что ты сказала, это, конечно, правда. Я не отрицаю, ребят. Моя карьера вообще, я сейчас могу назвать это, что это моя карьера. До этого это было просто увлечение. Это свободное время, которое я как бы выделяла для себя, занималась собой, и мне очень нравилось, скажем так, веселить людей. То есть я с детства заметила, знаешь, это мама мне еще рассказывала, ты, коли народилась, все в роддомі вже ржали. То есть я как-то поняла, что я, когда что-то говорю, люди улыбаются, и люди говорят, все, ты сегодня сделала мой день. И поэтому мы так вот решили в студенческие годы, учились в Хмельницкой педагогической академии имени Дарманского, и мы решили с девочками, ну понятно, что там же все женщины, там мужчин мало, вот, и мы решили сделать команду КВН. И я была капитаном этой команды, и я вам хочу сказать, что даже дуже успешна была команда, вот, веселила людей,
А потом оно пошло-поехало, начались корпоративы. Ой, проведите день рождения, проведите свадьбу. И потом появилось на нашем украинском телевидении такое прекрасное шоу «Рассмеши комика». Вот студия 95-й квартал. И, конечно же, мы сразу же в первых рядах оказались там на кастинге, потому что сразу начинали искать каких-то комиков, каких-то людей, которые связаны с юмором, знаешь. Ну и, соответственно, нам позвонили, нас пригласили. Я ж не буду отказывать Владимиру Зеленскому. Как я могу вам отказать, Володя? Я ж, значит, приезжаю из Хмельницка на маршрутке с Олей Панасенко. Вот мы с ней вообще там 8 лет с одной тарелки ели, на одном стульчике сидели, одна у другой списывали, знаешь. И мы прошли кастинг и сразу же выступили. Ну, у нас, конечно, было тяжело. Люди не змирилися, что девочкам не дали деньги. И как же ж так? Как же ж так? Минута закончилась, а мы денег не выиграли. Поэтому зачисленными просьбами наших телеглядачів, нас опять пригласили на следующую программу, еще на одну съемку, и нам удалось уже выиграть тогда 50 тысяч, потом еще мы 20 взяли. В общем, дело же не в деньгах. Не, ну, конечно, в деньгах, а еще если положить их под проценты, это вообще супер, понимаешь? Вот, но тогда хотелось просто проявить себя, показать себя, найти свою дорогу, сделать точно для себя, поставить, скажем так, цель и ее достигнуть, понимаешь? И это все «Рассмеши комика», КВН «Рассмеши комика», и Comedy Club у нас еще был, Вадим Мечковский, дядя Жора, это вообще первый мой продюсер, это первый человек, с которым я подписала контракт, вообще не читая его. Вот. И это были как этапы. Вот этапы, вот как у модели, да? Сначала научиться ходить, потом выйти на какой-то подиум, и потом она пошла, поехала, полетела. Вот так и у меня. Тоже был свой подиум, свои ступеньки. Поэтому все вроде бы как бы получилось. То есть доказать самой себе, да, что я смогла, вот я молодец, у меня все получилось. Ну, не то чтобы, ну, знаешь, это как раскрыться, понять, что ты есть в этой жизни. То есть, что тебе движется, да, что, как двигаться дальше, найти себя. Потому что, вот сказал один когда-то, один грузин спросил у второго грузина, как прожить жизнь без проблем? А он сказал, нужно заниматься любимым делом. Поэтому мы ищем свое любимое дело и им занимаемся. И любимая работа, она приносит удовольствие. Вот. Скажи, вот не поступало предложение от Зеленского подписать контракт? А что ты хочешь знать? Что ты хочешь знать? Ну как же, конечно. Поступала тогда как раз в этот момент. Володя был, вот я боюсь ошибиться, но он то ли генеральным, да, он был генеральным продюсером телеканала, на котором, собственно, и выходила в эфир программа. И он как раз меня порекомендовал после хороших, наверное, хороших рейтингов. Конечно. Он порекомендовал меня на кастинг программы «Орел и Решка». То есть как раз они тогда, у них была замена ведущих у продакшена «Teen Spirit», и они искали. Он говорит, о, вам вот это нужно. Ну, я сейчас помню, вот это беленькое вам нужно. И я тогда прошла кастинг, и сразу полетела на съемки на «Орел и Решку». Скажи, пожалуйста. На целый месяц. Да. А как отреагировали все-таки твои близкие, семья вот на такой успех? Ну, я тебе скажу, что, конечно, не, конечно, позитивно. Конечно, это гордость, как для любой мамы, для любого папы. Наша дитина, наша кровиночка побачила вся країна. Така молодец, все ж соседи там, а точно дали деньги? А то, знаете, что был первым вопросом, когда подходили к моим родителям соседи, они спрашивали и не говорили, что, боже, Леся такая молодец. Вот я всегда знала, что она такая молодец. Они спрашивали самый главный вопрос. Точно деньги выплатили? Вот точно деньги выплатили? Ну, вы же понимаете, 50 тысяч для Хмельницкого. Да, конечно. Большая сумма. То есть для любых родителей это гордость. Но у меня такого не было в семье, что я приехала, меня сразу с караваем, с рушниками зустречали. Все дружным двором, подъездом. Все нормально, ну молодец, доця, нам понравилось, как ты выступила, все, давай, сейчас мама борщ зварила, сейчас будем праздновать. То есть все было по-семейному, нормально. Ну, то есть, конечно, некоторые родственники сразу начали звонить, одолжи денег. Я сказала, конечно,
но только под процент. Лесечка, расскажи нам, пожалуйста, о своем проекте «Вокруг М». Это скандальное исследование мужчин. Да, я как юный натуралист, знаешь, с лупой в руках езжу по странам и исследую мужчин, их менталитет и так далее. На самом деле, да, очень интересный формат программы, аналогов как бы нет. Мы решили, скажем так, исследовать полностью страну и исследовать самих мужчин, которые живут на той или иной территории. Получилось достаточно интересно. Я там делаю такое, что в реальной жизни я бы в жизни такого не сделала. Во-первых, это же в другой стране. Ну вот возьмем Европу, Францию. Нужно подойти к французу, сказать «бонжур», «как твои дела?», «как круассан?», познакомиться, завести разговор с ним и попытаться, чтобы он пригласил тебя на свидание, сходить с этим человеком на свидание, уговорить его, чтобы он снялся в этом проекте, чтобы был искренним, и вытянуть с него побольше. То есть я тут выступаю в роли, знаешь, такой не только ведущий, я просто исследую, делаю разные, ставлю в неловкие положения мужчин, провоцирую их на что-то. Вот. А как ведут себя мужчины? Вот большинство, да, идут на контакт или все-таки идут. Бывает такое? Ну, да, бывает, что? Бывает, конечно, но когда я говорю, что вы бы не хотели, вот мы вот снимаем тут программу про самых красивых и самых лучших мужчин, конечно, хорошо, я согласен. Заманить таких. Да, да, заманиваю в свои сети. Ну, достаточно интересные проекты. Для женщин и для мужчин тоже, потому что для женщин чем интересно? Ехать в эту страну мне уже искать принца своего, или в эту страну уже я точно не поеду. А для мужчин интересно им тоже смотреть, как реагируют на мои провокации мужчины других стран, как бы они прореагируют. То есть они сразу ставят себя на место тех мужчин. Вот, допустим, была такая ситуация, мы снимаем программу в Париже, она была уже в эфире, кстати, и один бизнесмен, который продал приложение для мобильного телефона, там что-то за миллион, вот он разрабатывает и продает, и он пригласил меня в ресторан, значит, улитки должны лежать, улитки, вот, и вино, говорит, это Бургундия, это такое вино, это французское, это оно очень дорогое, я пробую, говорю, кислое. Он такими шарами на меня смотрит, как кисло, это же Бургундия, это же... Ну, нельзя такое говорить, понимаете? Ну, кислое вино, это значит, что ты ничего не шаришь в этом вине. Но мне ж надо было его раскрутить, вытянуть. Я говорю, ну, сахарка бы. Взяла сахарку, насыпала вино. Он, конечно... Был шокирован. Шокирован, но он позитивно отреагировал, сам даже попробовал. Я говорю, чувак, попробуй handmade. Поржал, говорит, да, действительно, так вкуснее. То есть много таких всяких провокаций в этой программе. И очень интересно смотреть на то, как отличаются менталитеты, какие мужчины есть педантичные некоторые, вот, допустим, немцы, а есть мужчины, которые полностью принадлежат женщине. Там страна, в которой, допустим, сильно развит феминизм, когда женщина может подойти, посмотреть в клубе на мужчине, сказать «ты за мной». И оно ж идет, а потом уже ждет звонка, позвонит она ему или не позвонит. То есть интересно, смотрите. Скажи, а у тебя есть вот, можно сказать, такая личная жизнь, спрошу тебя, вторая половинка? Я так и знала, что ты мне... Вот я... А что ты меня про Брэда Питта и Анджелину Джоли не спрашиваешь? Я вот подумала, что ты столько пересмотришь мужчин, да, вот, наверное, тяжело после каждого узнаешь, как себя ведет в какой-то ситуации, и, наверное, уже будешь перебирать, наверное, да? Для своей жизни. Нет, не буду перебирать. Я пока еще не точно знаю, чего я хочу, но уже стереотип для меня уже пазлами складывается. Но благодаря этой программе? Благодаря этой программе, я думаю, у многих он вообще сложится, этот стереотип. И много женщин поймет для себя, что они хотят от молодого человека и какой, и куда какого ехать уже, да? они хотят. Куда ехать, да. где его искать. Да.
Ну, много будет разочарования, я сразу скажу, потому что менталитет, скажем так, заграничных наших друзей-кавалеров, он кардинально отличается от наших. Люди живут по конкретному расписанию, они четко знают, чего они хотят. То есть там в некоторых странах идет конкретное равенство, что даже висит график на стене, что ты делаешь, а что я делаю. Ты сегодня детей забираешь в садик, а завтра я. А это где? Ты сегодня в супермаркете рассчитываешься, завтра я. У некоторых в холодильнике даже яйца подписаны. Это яйца Эйприл, а это яйца Толика. Ну, то есть... Угу. Яйца, в смысле, куриные яйца. А где же это такое, только, чтобы наши женщины не поехали туда, чтобы не подписывали? Ну вот, например, это Швеция, Стокгольм. Вообще, лучше туда не там ехать. Это вообще первые папы, которые сидят в декрете, это шведы. Это абсолютно нормально. Сидят с ребеночком в декрете, получают от государства 80% от зарплаты. Вот. Ну, я думаю, ты бы тоже сидела в декрете, если бы у тебя была зарплата 6-7 тысяч евро, ну, да, и ты сидишь с ребенком, нет, и тебе каждый месяц 29 числа ты получаешь, ну, не 6-7, а 5. Угу. Нормально, я думаю, можно сразу еще рожать несколько. А вот мы заметили, что ты поменяла свой имидж. Это для проекта или все-таки раньше? Или все-таки появились деньги у тебя, ты хотела сказать, да? Вот куда ты теперь потратила свой выигрыш. Не, я выигрыша не трачу. Нет, собираешь? Выигрыши, да, они нужны, я скажу зараз на українській мові, коли моя бабця колись, ми ходили з нею, от вона мене маленьку брала за ручку, каже, пішли, там вже курочки знесли яєчко. І от вона збирала, каже, так, бабушка, а чого ти не всі 10 забираєш, а тільки 9? Бо одне треба лишати на поклад. Поэтому... Надо. Деньги любят размножаться. Деньги нужны. Вообще, я хотела бы посоветовать всем туристам, любителям путешествовать. Вы с каждой страны привозите денежки, разные купюры, и ложите их себе в кошелек, чтобы они мешались. Поэтому они будут быстрее работать. Помогает, да? Да, помогает. Ну, кто что везет, наверное. Кто что? Приезжает, да. Кто слоников, кто еще кто-то сыр с плесенью. Да. Поэтому здесь мы будем знать, учтем. Да, да. Скажи, пожалуйста, а вот ты объездила уже много стран, да? Знаешь культуру 72. Многих. 72? Да. Ого. А есть вот что-то такое, знаешь, любимая страна, куда бы ты хотела уехать, или все-таки предпочитаешь остаться здесь? Не, я предпочитаю остаться в той стране, в которой я реализовалась. То есть, где меня, ну, я бы не сказала там, что я там... какая-то мега крутая чувиха, все-таки скромный человек, то есть я не гонюсь за славой, но я люблю работать, люблю делать что-то новое и открывать в себе все больше и больше талантов. И если уж у меня здесь вот так вот машина завелась и поехала, зачем эту машину перегонять через речку, через мост? Если она и тут нормально ездит, и асфальт уже нормально уложили для ее продвижения этой машины. Поэтому там кто я буду? Турист? Туристка? А тут я кто? Ну, поэтому... а чья все-таки культура вот, ну, так поразила, понравилась? Ну, мне нравятся вообще страны, вот как наша страна. У нас есть своя культура, свои традиции, свой народ, гостеприимный, который... У нас вообще богатая история. Точно так же, как у Латинской Америки, допустим, взять тот же Эквадор, Перу, взять Индию, да, страну, у которых есть свои обряды, традиции и, ну, вот своя культура. Даже я вот много вышивки привозила со стран, где вот очень напоминает вот нашу. Значит, там вышивка тоже у них. Вот, у нас, допустим, там в 1918, еще до 1918 года были вышиванки только, если я не ошибаюсь, конечно, червоный колер и черный. А уже после революции начали добавлять цвета. Так вот, в Латинской Америке, там тоже после определенного какого-то там момента пошла вот эта разноцветная вышивка, и появилась гладь. И вот гладь очень похожа на... Вот у меня бабушка гладью вообще очень красиво вышивала. И я сразу так...
это надо брать. Я этой вышивки понабирала на том базаре в Эквадоре. Да, ну там у них вот традиции у них тоже интересные. То есть у нас там традиция ставить в углу посвяченное жито об пшеницы, да. А у них традиция закапывать под дом новый. Вот семья там поженились, захотели построить дом, они закапывают мертвую, так детей уберите от экрана, значит, эмбрионы ламы. Ого, почему именно ламы? То есть они делают абортирование, то есть аборты ламам, и вот этот эмбрион, только сформировавшийся, они его высушивают и закапывают под дом. Это означает, что дом, так как у них там высокогорное, ну, высокогорье, у них частые землетрясения, сувы, там разные вот эти катаклизмы, они считают, что после этого дом будет стоять долго, и будет все хорошо, и будут деньги, денежки в семье. Лесь, вот ты безумно любишь собак. Это видно по твоим фотографиям в соцсетях. Посещаешь... Я думала, ты на мне шерсть увидела. Нет, посещаешь... И поняла, что у меня есть собака. А что, есть, да? Есть. Белая, пушистая. Хороший мой друг. Звать его Гашик. Полное имя говорить? Гашеслав. Да. Гашеслав Агентович Бровко-Скакицкий. Ого. Вот, да. Это какая-то, наверное, породистая... Это опять-таки из разряда моей фантазии, так как я творческий человек, и у меня у собаки куча имен. Потому что одно имя ему придумала моя мама, второе имя... А что имя... за порода? Порода West Highland White Terrier. Это белое такое чудо, черные глаза и черный нос, все остальное белое. Ну, еще что-то есть черное, но я не буду сейчас в эфире об этом рассказывать. А скажи, вот ты берешь своего четвероногого друга с собой... На передачу там куда-то орел и решка. В разъезды на съемки нет, да, не беру, не берет, да? Не беру, потому что он у меня особенный, у него установили ему диагноз порок сердца, поэтому он, к сожалению, не может летать, не может иметь потомство, он просто живет и радуется, и он знает, что он самый лучший друг. А он старенький уже, наверное? Нет, 4 года. Нет, 4 года. Но говорили, что проживет 3 месяца. Не тут-то было, понятно? Да. А скажи, вот известно, что ты занимаешься спортом, плаванием. Вот это... Занималась, да. Занимала, я 9 лет занималась спортом, профессиональным плаванием занималась где-то 4 года. Это когда особый вид нагрузки, это когда нагрузка, у тебя 3 тренировки в день. Вот. И ты таскаешь железо. Девочка худенькая, она поднимала от груди 72 килограмма, 12 раз я делала на секундочку. Это когда мне было 16 лет. То есть это ты занималась профессионально? Я сейчас 32 килограмма не подниму. Профессионально занималась, не в виде хобби, да? Да, профессионально занималась, то есть были задатки. И думала, что получится карьера спортсменки, но мне стало в один момент скучно и... Я боялась, что у меня станут широкие плечи. И я сказала, все, хватит, мама, я больше туда ходить не буду. А сколько лет ты позанималась? 9 лет. 9 лет? Да. Ого. И медали, и дипломы, все в ящиках стоит. И, ну, вообще в то время профессиональным спортом еще одна из причин было заниматься очень дорого. Вот, потому что, ну, это нужны были правильные купальники, которые в то время стоили очень дорого, очки. Вот, и ты постоянно плаваешь в хлорке вообще, то есть у тебя глаза страдают, волосы, кожа. Тогда еще не было новых каких-то таких штук, которые обрабатывали бассейн, и как сейчас ультрафиолетом очищают воду. Раньше это была хлорка. Причем не всегда ее проверяли. Ты иногда в 7 утра заходишь в воду в 18 градусов, и глаза вылазят на лоб вообще от количества хлорки. Всегда были красные глаза, сухая кожа. Но это тоже дало свои плоды, свои результаты. То есть сейчас, скажем так, я не сильно страдаю ожирением. Вот. То есть могу есть все, что захочу, но понятно, что нужно держать в форме. То есть я могу сама себя тренировать.
посещать бассейн точно так же и, ну, как бы следить за своим, за своей фигурой. А сейчас посещаешь бассейн? Ну, сейчас нет времени, потому что 9 месяцев у меня не было. В стране я летала, да, но сейчас хочу заняться опять, сделать себе нагрузку и позаниматься. В твоей жизни встречались какие-то веселые курьезы, романтические ситуации, в которых ты вспоминаешь с улыбкой? Вот сейчас ты меня загнала в угол. Вообще в жизни или во время съемочного процесса? Ну, во время съемочного процесса, и то, да? Наверное, да, находишься постоянно на съемках. Ну, конечно, в таком графике и будучи как бы вот уже в новом проекте «Вокруг М», тут без курьезов вообще никак не обойтись. Ну, какой-то такой самый крутой, самый такой, что ты просто ржешь от этого. Что я от этого ржу? Ну, это очень много всякого было, конечно. Дай бог память. Я еще такая молода, а уже забудь кого-то. Ну, был у нас случай в Берлине, когда мы снимали очередную программу «Вокруг М». И, значит, я ж... Придумали мы себе, что я должна познакомиться с болельщиком футбольным. Футбольным болельщиком. Как раз тогда проводился Евро. И я ж одела шарф, замоталась сборной Германии, куртку, все, разрисовала себя, понаклеивала себе всякие наклейки в форме флага немецкого. Ну и, значит, пошла туда, там такие прикольные у них места под открытым небом, где собираются болельщики, пьют пиво, кричат, как кажется, они должны были бы кричать, потому что это же футбольные болельщики. Но так как это немецкие футбольные болельщики, то толпа людей ведет себя приблизительно так. Гол! Дальше смотрят. То есть у нас бы уже пускали волну, там сидели, у-ху, Динамо чемпион, целовались там, да. Там такого нет. Ну, а я ж откуда знаю? Я ж бегаю, оле, этим шарфиком машу. В общем, в итоге на меня смотрели как на истеричку. Никто не понял. И я, уходя оттуда, уронила шарф. Ну, так, и мы уже идем. Задумано было? Мы... Нет, потеряла. Мы уже идем, я думаю, где шарф? И тут подбегает ко мне парень молодой, интересный немецкий парень, и отдает мне этот шарф. И мы сразу, я сразу, так, все на позиции. Так камеры разошлись, все снимают, он идет, же ничего не знает. Я там с ним тра-та-та, он там тра-та-та. За шарфик thank you. Он говорит, что я там актер. Я говорю, о, актер, это ж так интересно, я тоже начинающая актриса, антра-та-та. Он говорит, ты хочешь, тебя на студию приглашу? Я говорю, ну все, мы придем. Ну и тут мы приходим, это мы уже договорились, что типа мы там с ним. Он говорит, да, приходите, открывает мне дверь. Я смотрю, он в костюме механика. Думаю, что он там ремонтирует в своей квартире? Думаю, ну точно в квартире, там же автомобиль. Может, мотоцикл какой-то, может, я не знаю, коляска детская, в костюме механика ремонтирует. Оказалось, он порно-актер. Ого. Я пришла на порно-студию. Ну и там такие все ходят в этих костюмах. Кто в костюме пожарника, кто в костюме гнома. Вот, кто в костюме охранника. Вот, так что вот это было весело, да. Когда он мне водил, показывал, где они снимают сцены. Вот. Ну, мы же узнали, сколько зарабатывают актеры в Германии. И сколько? Вот. Ну, за одну сцену зарабатывают 300 евро. Девочкам платят больше, платят 500. Вот. Но неизвестно, сколько гаечных ключей будет у этой девочки. Тут уже сюрприз! Вот это ты, конечно, да. Как раз нашла из толпы такого интересного мужчину. Да, но это случайность, видишь, но тем не менее нам удалось это снять. И вот будет скоро как раз выпуск «Берлин» вокруг М. Так что смотрите, увидите, чем закончилась эта история, потому что как бы мне тоже там предложили сняться, но согласилась я или нет. Эксклюзивчик, интрига.
Лесечка, тебя на экранах всегда можно увидеть веселую, задорную, как веселую и задорную. Вот расскажи, какая же ты все-таки дома, вот в обычной уютной обстановке? Дома я без волос, без ресниц, без бровей. Все с себя снимаю и становлюсь жирной, толстой, волосатой женщиной. Ну, конечно, я, ну какая дома? Такая же, просто в халате. В халате и в тапочках. Такая убираю, же задорная, веселая. Готовлю, да? Придумываю много новых идей. Вот, включаю музыку, пою, я петь люблю очень сильно. Ну, то есть я, ну, пока не позвонят звонок соседей, я пою. Вот, а когда уже они звонят, то я уже прекращаю петь. А расскажи, пожалуйста, нашим телезрителям свой секрет, вот когда надо перед камерой быть бодрячком. Ты все-таки очень много у тебя разъезды, да, и съемки постоянные. Я думаю, это очень выматывает. Ну, это вот и ответ на то, что как ты, Леся, похудела? Как тебе удается так выглядеть? Ты так похудела? Ну, во-первых, нужно сдержать себя в ритме. То есть мы, когда на съемках, мы 20 часов на ногах. И 20 часов тебе нужно быть в настроении, держать волну и работать на камеру. То есть плюс еще. Ну, это я сейчас, это я раньше не обращала внимания на свою осанку, но приходит время, каждый человек, который смотрит на себя, потом по телевизору замечает, что надо ноги как-то правильно сложить, вот, переложить правильно, надо как-то сидеть, держать ровно спину, вот, не чесать себе лицо, знаешь, там, продолжать, то есть вот так делать не надо. И, конечно, это все где-то что-то затекает, вот, потом на ноге, нога затекает, знаешь, при вот этой позиции. Но я стараюсь всегда быть естественной. Это мне, ну, во-первых, мне образ позволяет, потому что я, ну, не менялась. Я такая, как и была вот для зрителей, такая и как бы всегда есть, и в жизни я такая. Поэтому я себе не ставила, не рисовала каких-то заоблачных образов там блондинки, мега крутой, которая все вообще знает, интересуется. Поэтому мне это просто. Плюс это колоссальное количество энергии надо иметь. Надо заряжаться, я не знаю. Я постоянно то возле дерева стою, заряжаюсь, то на траву падаю, заряжаюсь. Но лучше заряжаться, конечно, это спать. Это самый лучший заряд энергии, когда ты спишь. Но когда ты спишь мало, а я сплю мало во время съемок, 3-4 часа. Да, мало очень, конечно. Это вообще колоссально. То есть я потом отхожу, мне надо там неделю, я знаю, что мне мама даже знает, что так, сейчас она прилетела, сейчас 2 дня ей не звоним, ничего, вона отсыпается. То есть доця отсыпается. Ну, как ты восстанавливаешься вот сном, да? Ты просто... Ну, тут вот я люблю ехать в те места, в которые вот есть моя энергетика. То есть я когда возвращаюсь домой, вот вообще в Украину, тут же моя энергетика, понимаешь? Я сразу, все, я заряжаюсь, когда ко мне сразу в аэропорту подходит мужчина и говорит, такси надо? Такси, девочки, такси, недорого. Причем я знаю, что оно дорого. Ну, что ты мне рассказываешь, что оно недорого? Ну, дорого. Ну, он говорит, недорого. И это веселит. Вот от людей заряжаюсь, от людей, от новостей, от звонка мамы, от голоса, от собаки, которая мне звонит по скайпу. Выбирает угол, главное, знает, что камера вот так, она ж садится и вот так заглядывает, чтобы быть в кадре, чтобы я его бачила, чтобы он меня ждет. Поэтому оно все заряжает. Ну и вот я всегда, я сразу в Хмельницкий еду домой, в квартиру, там, где я выросла, в тот двор, и я себе там черпаю энергетику. Лесечка, спасибо большое, что ты стала гостем нашей программы. Спасибо вам. Мы испытали массу удовольствия, спасибо, общаясь с тобой. Рада была пообщаться. Всем пока. З нами була неперевершена шоу «Діва» Леся Нікітюк. Наша програма, на жаль, завершується. Але я нагадую вам, мої любі телеглядачі, що я, Юлія Касенка, чекаю вас кожної п'ятниці о 9-й годині вечора на телеканалі «Телевсесвіт» в програмі «Про життя зірок». До зустрічі!